Около 75 тысяч человек собрались в центре Кишинева на Великое Европейское собрание, объявленное президентом Молдавии Майей Санду. Участники митинга приняли резолюцию о поддержке евроинтеграции страны. Специально для участия в митинге в молдавскую столицу прилетела глава Европарламента Роберта Мецола. And to align itself with the EU acquis. Moldova is already ready for deeper integration in the EU single market. Ранее Майя Санду заявила, что все требования Еврокомиссии будут выполнены уже в этом году. Эти пункты касаются в основном реформ в законах и в системе функционирования госаппарата. В случае успеха в Брюсселе считают, что уже в октябре могут порекомендовать начать предметные переговоры о вступлении.